В среду вечером у остановки улица Зеленая в ДТП тяжелые травмы получила беременная хабаровчанка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу вместе со своей дочерью и приняла весь удар иномарки на себя. 33-летняя горожанка, судя по всему, возвращалась с оптовой базы и шла на автобусную остановку, расположенную на другой стороне проезжей части. Среди очевидцев оказался медик. Он первым бросился на помощь. Врачу пострадавшая успела сказать, что находится на 8-м месяце беременности и пожаловалась на боль в бедре. Уже позже в больнице, куда пострадавшую доставила бригада неотложки, женщине поставили точный диагноз – перелом тазобедренного сустава. Учитывая положение пострадавшей, травма грозит множественными осложнениями и может отразиться на будущем ребенка. Появиться на свет он теперь может лишь посредством кесарево сечения. Девочка, переходившая дорогу с матерью, чудом не пострадала. Пока врачи занимались раненой, инспекторы ГИБДД опрашивали водителя Toyota Plus. Автолюбитель, гражданин Киргизии, оправдываться не стал и честно рассказал, что допустил нарушение. Поторопился и рискнул проехать перекресток во время смены сигнала светофора. Да? А скажите, а впереди вас еще машины проехали? Да. А рядом с вами машины начали тормозить? Да, я тоже тормозил, не успел. 36-летний водитель «Тойоты» направлялся в сторону остановки «Южно-Портовая». Женщина появилась на дороге справа от автомобиля буквально за метр до столкновения. Обязательную в этом случае процедуру освидетельствования мужчина прошел с нулевым результатом. Права при себе у водителя были, правда, киргизского образца. Вероятнее всего, приезжий станет фигурантом уголовного дела в связи с тяжестью полученных женщиной травм. С места происшествия Михаил Сергеев, Ольга Соколова и Павел Рогатин.